Глава 11. Альтернативные решения. Так, это получается нам обелиск, наверное, нужно будет. Винникл Бэй, кстати. И это Dead Space 1. Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару Челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ. Так, хорошо. Я вот что думаю, надо сделать эти узлы. Ну хотя бы одну сделать воздуха. Обычное оружие. Да нафиг, воздух пахнет, все. Все, пока что не вижу ничего получать. Пойдем. Мы все ближе и ближе к обелиску.
хорош кролика. Парни и всякие твари. Обелиск мой. Мой. Только мой. Установила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Давай, малышка, малышка, давай, работай. Сделаем это. Тик-так. Режим карантина.
уроды. Все. Успокойся. Отлично. Я собираюсь пристыковать шаттл. Надо быть очень осторожным. Очень. Давай, аккуратно. Теперь я могу подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Шимура. Там бомба. Зона невесомости. Thank you.
Я на месте. Все еще никак не заставлю работать чертов автомат погрузки. Айзек, верни гравитацию. Тогда я смогу загрузить обелиск. Полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. Полетели. Сюда! Поспешите! Времени почти не осталось! Мы должны стартовать! Стой, Амелия! Ты куда? Стой! Ты кто? Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня, а вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Да, подставила сучка нас.
действительно ты. Я уж и не думала, что мы снова встретимся. Боже мой, мне так же. Прости за все, что я сделала. Я не хотела причинять тебе боль. Ты должен вернуть его обратно, Айс. Ты сможешь управлять челноком отсюда. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Опа, какая, а? Ты красавец. Айзек, какого черта ты наделал? Ты совершаешь большую ошибку. Это еще не конец. Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Это не важно. Ей не сбежать от судьбы. Никому не сбежать. Он приближается. Я запрограммирую челнок, чтобы он летел в колонию. Займись, Кайс. А теперь поспеши, садись в челнок. Я встречу тебя там. Что-то хитрые, типа, думаете? Самые такие? Затаились такие, говно. А где эта баба? Верно, Айзек. И сейчас мы снова вместе, как это и должно было быть. Я знала, ты прилетишь за мной. Теперь нас ничто не остановит. Глава 11. Альтернативное решение. Завершена. Всем спасибо, что были со мной. Оставайтесь на канале, посмотрим следующую серию уже скоро.